уже ответь! Эрнхард? Слушаю. Дейзи, как хорошо, что ты здесь! Райли жив! Он Джейсон? Серьезно? Замечательные новости! Я приведу его к тебе! Не уезжайте без него, ладно? Да! Спасибо. Как Лиза? Как думаешь? Скажу, что ты звонил. Спасибо. Пора отключить Хойту телефон. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь набор С4. Это единственный вариант. И оставь немного С4 для стальной двери, забирающей вход в бункер, я? Отгоните его от бункера! Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Боже мой! Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Да! Большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Абонент Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет чики-чики. Huh?
тобой в самолете. Я справлюсь. Встречай меня у склада горючего. Мы там повеселимся. Ну все. Айн, стой, стой. Пошел. Прыгай. Джейсон. Деннис, я нашел брата, он жив. А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат. Запомни, теперь мы семья.